Минувшие выходные на сцене драматического театра имени Нурмухана Жантурина столичные артисты представили мюзикл «Кызжибек». Премьеру спектакля посетила Кимобласти. Напомним, творческая делегация прибыла в регион с гастролями, чтобы представить мангистауским зрителям уникальный проект 20-летию Астаны. В культурную программу вошли яркие концерты и театральные постановки, а также выставка лучших работ казахстанских художников. На несколько дней фойе драматического театра имени Нурмухана Жантурина стало импровизированной культурной картой Казахстана. Здесь представлено около 100 работ 50 отечественных художников и скульпторов. Выставка показала, что казахстанское искусство живет и процветает во всех регионах страны. Артисты театра «Жастар» представили мюзикл «Кызжибек», в основу которого лег классический сюжет самой известной истории любви казахского фольклора. Создатели постановки взяли за основу музыку композитора Евгения Брусиловского и внесли в нее нотки современности. Прекрасная легенда о любви двух молодых сердец широко известна почти каждому зрителю. Жители Актау восторгались профессионализмом актеров и рассказали о своих впечатлениях. Вот приехали к нам в Актау, провинциальный город, со спектаклем «Кызжибек». Нам очень понравился. Пусть почаще приезжают, радуют актауцев. Приехали в художественную галерею бесплатно. Это тоже нам понравилось. Приезжайте почаще. Спасибо вам большое. Гастрольный тур «Астанадан Актлек» представляет собой поздравление всех казахстанцев от имени столицы с юбилейной датой. Порядка 1500 человек проедут за 3 месяца всю страну и порадуют жителей всех регионов насыщенной творческой программой. Культурная программа достаточно обширная. Она включает в себя бизнес-встречи, театральные представления, с которыми выступает театр Астаны под названием «Жастар». Также перед зрителями выступят творческие коллективы Государственной академической филармонии города Астаны, которые привезли свои самые лучшие произведения. Гастрольный тур столичных артистов завершится в городе Алматы. Сабина Балашкина, Саламат Каипов, Каспий Акпарат.